Всем привет! Добро пожаловать в Алёнка Блог. Сегодняшнее видео будет о аромате Аура от компании Thierry Mugler. Я этот аромат приобрела где-то недели две назад и до сих пор под впечатлением. Он мне понравился, он меня пленил, покорил. Элвис, здравствуйте. Покорил, и я бы хотела вам о нем рассказать. Оставайтесь со мной, если вам это интересно. И начну, наверное, со своего знакомства с этим ароматом. Я познакомилась, понюхала его в первый раз в феврале. У нас он тогда еще не был представлен в продаже, стоял только один тестер, и не было ни цены, ни разнообразия флаконов, ни сколько миллилитров будет. Вот стоял один большой тестер на 90 миллилитров. Подходи, пробуй. Я его нанесла на руку, вдохнула, мне он понравился, я поехала домой на машине. И вот пока я ехала домой, минут 15, наверное, этот аромат вот просто меня погрузил в какой-то вот реально транс. Такой вот, знаете, наркотический, какое-то вот полное погружение. То есть я ехала вообще вот таком на автопилоте. Вот эта вот рука у меня на руле постоянно, я ее вдыхала, вот эти волны аромата на меня шли. Я оказалась реально в каком-то другом мире. Измерение. Ну, как бы это ни звучало, но это так, да, ароматы способны нас как бы переносить во времени, способны нас радовать, способны нас погружать в какое-то грустные воспоминания. Ну, что-то такое. Аромат — это такая механизм очень, очень такой сильный. И вот в этот раз с аурой у меня случилось такое погружение в какой-то другой, потому что в другой мир, знаете. То есть я еду в своей машине. И вот, знаете, так еще все сложилось интересно. У меня играла группа Goldplate, Paradise. Знаете, у них такая песня. It's a paradise, ла-ла-ла. Ну, знаете, вот такая песня. И вот она очень подходила к тому моменту. И вот я ехала, и вот эта вот музыка и аромат. Ну, то есть я поняла, что, конечно, ну да, мне это надо. Надо, я пришла домой, давай всем свою руку сувать, понюхайте, какая-то прелесть. Это вообще, это что-то новое, это что-то другое. И такие, ну да, да. Ну, все знают, насколько я болею ароматами, поэтому относятся к моим таким выплескам очень снисходительно и с любовью. И реально, да, аромат, ну, он какой-то вот новый. Он необычный. Но все ароматы этой марки в свое время, они были как бы вне времени. Они были первыми, кто сделал вот эту шоколадную, сладкую, мега приторную композицию Angel. То есть тогда, на тот момент, это была вообще единственная такая вот сладость в ароматах. Именно это был Angel. И это был, конечно, прорыв. Это был прорыв, это сразу у людей просто поехала крыша. Я не знаю, очень много я знаю людей, кто обожает Alien. У меня у самой была... Ой, не Alien, простите. Angel. У меня у самой была эта звезда, и я помню, ну просто вот вы ей душитесь, и она с вами, ну, дня два, вот этот вот запах. Ну, это шикарно. Это шикарно, это что-то новое. Потом был пришелец. Потом был Humanity. Humanity вообще это что-то такое другое из параллельного мира. Ну, все ароматы, конечно, выше всяких похвал. Так и с этим ароматом. Он вне, ну, я не знаю, парфюмерные тренды, есть такое. Вот он где-то вот вообще там особняком стоит. У него другое настроение. У него настроение, я вот не побоюсь этого слова, отталкивающее. Вы знаете, он может реально от себя оттолкнуть, потому что когда я его начала нюхать, я подумала, ну, есть в нем что-то такое противное, какое-то такое непонятное, странное и отталкивающее, но невероятно притягательное. Этим он мне и понравился. Вот это вот первая эмоция, которая от этого аромата исходит, что это такое вот, о, что это? Фу, как это вообще? Ну, ты хочешь это вдыхать, и ты хочешь этим пахнуть. Вот у меня было так. Это первая мысль, что это тина болотная, или это что-то такое. Но от этого невозможно оторваться.
И вот я купила себе этот аромат наконец-то недавно. Я пошла в магазин, нанесла его опять на себя, нанесла на ленты. У них наконец-то появились ленты. Я люблю ленты, это вот такие у них фирменные ленты. Аура, Мюглер, я нанесла на ленту, взяла себе 50 мл этого аромата и пошла к кассе, но по дороге к кассе я подумала, ну нафиг, какие 50 мл, мне нужно большой флакон, мне нужно большое чудовище, мне нужно это сердце в большом флаконе. Ну, короче, я взяла себе самый большой флакон. Сейчас я вам покажу коробку, вот такая коробка, все, наверное, уже ее видели, такая коробка. Аура, зелененькая, тут зелененькая, тут вам комплимент, ну, то есть ваш код, там, то есть вы можете где-то там его зарегистрировать, ну, не знаю, я это не делала. И сам флакон, он очень заляпанный, вы уж меня простите, но его невозможно не заляпать. Я вот его протирала, протирала, сейчас смотрю, он опять заляпан. Это, конечно, потрясающий флакон. Вначале он мне показался немножко странным, таким, ну, что это... Сердце такое большое, зеленое, но он очень красивый. Он красивый, он сказочный, он мистический, он просто. Вот сейчас у меня темно, когда на свет он переливается всеми этими гранями и дает такие красивые зеленые лучи прям по всей квартире. Если поймать свет солнечный, это будет вообще светомузыка, волшебная, ауристическая композиция. Вот такой красивый. Об аромате. Он меня не разочаровал до сих пор. Вот как вот был вот этот мой первый такой опыт с ним в машине, вот этот вот транс. Вот он до сих пор он производит на меня такое впечатление. Начинается все вот именно вот с этих непонятных нот зеленых. Это, вы знаете, как листы папоротника, растертые между ладонями, такие горькие, такие немножко после дождя склизкие, прелые, немножко с гнильцой, но ну, вкусно пахнет, ну реально, пахнет вообще потрясающе. Потом туда добавляется ваниль, и ваниль, к моему вообще большому облегчению, не сладкая, не кондитерская, не приторная, не сахарная вообще никакая, а такая немножко, знаете, подкопченная, как будто и вот стручки ванили сожгли, вот знаете, такое... угольки ванили, ну не знаю, бывают такие, но вот реально вот как пепел, вот ванильный пепел, вот, и это вместе вот с этими влажными зелеными нотами, вот эта сухая ваниль, это просто, это бомба, это потрясающий аромат, он у меня вот до сих пор, вот у меня здесь на руке, вот я сижу и Вот хочется просто закрыть глаза и помедитировать. Ну вот что-то в нем есть такое не от мира сего, точно. Совершенно вот точно он так могла пахнуть, знаете, девушка «Пятый элемент». «Пятый элемент», фильм Люка Бессона, вот эта дива, которая пела, вот голубая вот эта женщина необыкновенная, вот она могла бы так пахнуть. И, ну, круто, что для нас, простых смертных землян, сделали такой аромат. Но он реально не из этого времени, не из этой какой-то вот галактики. Потрясающий, потрясающий. Я всем рекомендую попробовать и принять, потому что, да, многим не нравится. Слышу я здесь немножко каких-то еще фруктов. Ну, фруктов, знаете, вот фихуа, например, это такая ягода даже, по-моему, или фрукт. Это такой горьковато, немножко кислый запах, немножко терпкий. Вот есть в этом такого, немножко что-то киви есть в нем. Ну, для меня этот аромат больше эмоция. Вот эмоция в нем очень яркая. Это такое... Ну, такое животное. Это такое животное с когтями, шипящее, такое, может быть, какая-то змея, которая вас прям вот своими когтями завлекает в свой сказочный плен. Ну, реально, он сказочный. Аура от Тьерри Мюглер. Я прою, я в восторге. Такой вот аромат. Надеюсь, вам понравился мой такой сумбурный рассказ.
Пишите, пишите, как у вас произошло знакомство с аурой, какая для вас эта аура. Будете вы покупать эту ауру, не будете. Еще немаловажный факт, знаете, ну такой комплимент аромату. Моему мужу он очень понравился. Потому что у меня муж такой, он любит ароматы, он как бы снисходительно и с пониманием относится. Он мне любит покупать ароматы, он любит там выбирать для меня ароматы. Но так, что прям вот ему нравилось, знаете, ой, я так люблю такой-то, вот такой аромат. Такого нет. А вот здесь это да. Здесь он прям, что это аура? Да, это классно. Много раз отмечала ее на мне. Будьте готовы, она очень стойкая, то есть с утра вы ей надушитесь, и смело, вот даже вот 100% она с вами будет до вечера. Ну, на мне так, не знаю, может быть, на ком-то иначе. На мне она до вечера и ночью все еще где-то там в волосах копошится. Вот такой вот аромат. На этом все. С вами была Аленка Блок. Всем пока. Чао-чао.